Алтайском крае ремень безопасности в очередной раз спас жизнь ребенку. Повезло 11-летнему жителю Железногорска. Все произошло накануне днем, практически в самом центре закрытого города. Отец мальчика, управляя легковушкой, решил обогнать идущий впереди КамАЗ, но не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. В результате аварии мужчина погиб на месте, ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы.